скользя от рибин по холу. Сквозь немую ярмарку сорвавшейся листвы тихо листопад закружится и уже не повернут назад. Гонит осень снег, как вся боря, венчаная женщина уплывет из серой тишины.
Олег, когда вы написали свою первую песню? Это было в 79 году, я точно помню. Эта песня «Как здорово, что все мы здесь не собрались». Уже сейчас... Уже скоро ей исполнится 30 лет, и мне вспоминается, как одна девочка подошла к Городницкому и сказала: «Александр Моисеевич, а «Атланты» — это ваша песня?» Он говорит: «Да». Она говорит: «А я думал, вы уже давно умерли». Так, царицу Лепалу просят спеть. «Когда вы приедете в наш город в следующий раз?» Так погодите, мы не уехали еще. Может, не позову больше. Но мы стараемся сейчас как можно больше спеть. Для супруги организатора концерта песня в Александровском саду. Знаете, как раз моя супруга поет ее на диске «Митяевские песни». От супруги супруги. Знаете, если сейчас мы на нее выглядим, то споем. Олег, ну вы просто очаровашка. Дай Бог вам здоровья, Володя. Расскажите о своем сотрудничестве с Александром Ивановым. Вы ему отдали какие-то свои песни? Знаете, пока не получается. То есть он говорит: «Да, я с удовольствием, но что-то не знаю. Ждем». А? Нет, ну да, вот Сергей Трофимов, он поет песни, а мои еще пока не успел. У вас есть дети? Пополнение не ждете? Знаете, такая была записка как-то. У меня есть такая песня для старшей дочери. Такая как-то пришла записка: «Олег, а хотите, я рожу вам дочь? Только соглашайтесь быстрее, сроки проходят». А потом почему-то в другом городе пришла записка: «Несмотря на то, что вы не согласились, дочь я вам все-таки родила». Вот. После чего вам чаще всего приходит вдохновение? После чего вам чаще всего? Видите, хорошо, что я здесь, знаешь, что я никаких анекдотов не рассказывал. Такой анекдот: когда сидит Бетховен, пишет симфонию, заходит жена и говорит: «Людвиг, ты бы помыл полы?» Он говорит: «Ну я пишу симфонию, а ты хочешь, меня отвлекаешь». Она говорит: «Ну я же источник твоего вдохновения». Он говорит: «Кто ты?» Что я не точно спел ноты. Он тогда тоже не точно так спел, а записал потом так. Так и тянет человека к классике. Приходится играть авторскую песню. Да что тут как... Вы второй раз на Бессарабии, а уху ели липованскую. Никакую пока не ели. Надеемся, что все попробуем. Если вам не трудно, давай с тобой поговорим. Но очень нравится. То есть это еще раз я спеть. Или человек опоздал и не слышал, что мы пели самую первую песню. Дорогой Олег, я спел своей жене на 8 марта с добрым утром. Она долго думала, что я ее сам сочинил. Ну а сейчас, что ж уж, разрешите наш спор, в каком году написана эта песня. Ну, я думаю, что я ее раньше написал все-таки, чем вы. Можно в интернете посмотреть, я не помню, как он говорит. Знаете, вот, к сожалению, песня чаще всего не очень веселая. На диске «Как здорово, что все мы здесь не собрались», там все песни старые, перезаписанные, а несколько совсем новых. Вот одна из них.
сердце нервное, брошенной женой, или безответною, тихой, неживой, будто с незаметною раной на живой. Ты могла быть следующей, встреченной потом, и в каком-то следующем деле непростом, и не одинокою ты могла бы быть, и умела б многое, только не любить. Ты могла случайно без повода слезы смысла нет. До какого года нам выписан билет? Никому не ведомо, радуйся, молись, чтоб большими бедами обошла нас жизнь. Следующая песня посвящается деревне Ватутинки. Я туда как переехал, так и остался в Подмосковье. И как-то приехал, когда думаю, сейчас возьму и поэтизирую вот эту деревню. И вот такая получилась песня. Спасибо.
Вот я написал, когда думаю, ай да, молодец. Взял и поэтизировал. И сосед успел, говорю, ну кто у вас еще вот это тут вот поэтизировал, вот это, деревня-то. Он говорит, да Матусовский у нас тут написал «Подмосковные вечера», вот прям тут, речка движется. И я, говорит, сам как-то ходил по грибы, а возвращаюсь, у меня в голове строчки. У природы нет плохой погоды, всякая погода. В общем, там за забором поселок «Советский писатель». И каждый квадратный сантиметр уже описан. Я тут из Челябинска приехал, поэтизировал. И, видимо, вот только челябинская провинциальная наглость позволила мне после этого написать песню еще про одну деревню, про Царское село. Я перечитывал как-то биографию Пушкина, читал. Чего там перечитывал? Тынянова, первый раз я читал это. Так, и меня так захватило это. Я прямо «Царское село», Пушкин, и написал песню, и мы эту песню везде пели. И потом приехали в Санкт-Петербург, конечно, спели, а уж «Царское село» как приехали, как сразу дали ее. Вот, и подошел ко мне после концерта человек из фонда русской поэзии и говорит, какая у вас хорошая песня получилась про Лермонтова. Он говорит, ну вы не расстраивайтесь, Лермонтов тоже служил в Царском селе, поручиком-то Лермонтов был. Да, песня называется «Поручик». Вот этот кусок. Вот, и он говорит, если это все не рассказывать, можно просто на концертах объявлять. Михаилу Юрьевичу Лермонтову посвящается. Театре в Притории и с английским таким дурацким переводом.
Но все равно это для меня очень дорого, потому что и далеко, и такая экзотика. И как-то в музее англо-бурской войны я увидел письмо одного мальчика из города Тобольска, который тогда еще 100 лет назад написал в правительство России, чтобы его на казенный счет отправили защищать бедных буров от англичан. И письмо осталось без ответа. А песня получилась вот такая, «Чужая война» называется. Thank you.
там Париж чуть вздрагивает зон. И женщина французская, серьезная и мила, спешит сквозь утро тусклое, должно быть проспала. И тем, кто встретится ей улочкой узкой, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. У бывшей русской подданной в квартире кавардак, а значит, что ты в душе наверняка не так. Но как легки ее слова, и пусть неважно спит, но под столичной головой на утро не болит. И вспоминает сон про дворики арбатские, она как в реку погружается в дела. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. Каштаны негры продают у площади Конкорд, бредет сквозь лампочек салют бесснежный Новый год. И парижане свое, задумавшись, спешат, и Рождество опять вдвоем с подружкой из США наполнит праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва белым-бела. Она пьет водку, так как подданная русская, она такая же москвичка, как была. Париж вино французское, а ей пригрезится Москва белым-бела. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. Песню, которая называется «По дороге в Загорск». Такое место святое под Москвой. Новая песня совсем недавно написала вступление, как никак не мог написать вступление. И мы его вдвоем написали с Петром Ильичем Чайковским.
противно влюбляться тайком. По дороге в Знаковск, понимаешь, невольно, что время ни кафта, ни судьбы никому не дано перешить. Коли водка сладка, коли сделалась горьким враньё, если осень для бедного сердца плохая опора, и слова из романса мне некуда больше спешить, так и хочется крикнуть петлистое ухо шофёра. И слова из романса мне некуда больше спешить. Мы
прольет, что не вместит ни вот. Оно, о, под животом моста. Мы пили с ней вино, могли бы лет на ста. Мы целоваться, но «Царица Непала», и написал ее как-то случайно, а потом спел на телевидении, и тут позвонили из посольства Непала, говорят: «Да вы что, у нас сейчас 40-летие дружбы Непала все». В общем, и предложили мне сказочное путешествие по Непалу. Я долго отказывался, потом согласился, они прислали программу, но я не знал просто, что трекинг – это пешком, а рафтинг – это вообще в этих касках и с веслом. И по этой речке марсиане, в общем, кошмар. Но для начала я вам спою первую песню «Царица Непала». Дискотека, ты, я слава забываю сейчас. А нас услышал кто-нибудь? Отлично. Смуглая кожа, светлое золото, легкость акцентов фраз, капли хрустальные, встывшие волосы, миндалевидный глаз. Тонкие руки и яшмы тяжелые в каждом твоем кольце. Времени желтые памятью об отце. Ты увезешь мою Ангину с собой. Я это все уже заранее знал. Через туманы над тайгой голубой. В Непал, в Непал, в Непал. И полутемный незнакомый подъезд. И полусонный опустевший вокзал. Ты все запомнишь в этот зимний отъезд. В Непал, в Непал, в Непал. Все, что отплачется, и лайнера белый крест. Далее приблизит и обозначится контуром Эверест. В легкое платье сизого облака, в теплого неба в мае. Ты обернешься и позаботится, что здесь в Москве и Вань. И к самолету подадутся слоны, а пахалами замажет Тибет. Как царица этой древней страны, ты не позволишь больше плакать себе. И распрямив безукоризненный стан, ты поплывешь с невозмутимым лицом. И все, что было, позабуду я сам. Как сон, как сон, как сон. Зимняя святость в огнях маяков и сквозь новогодний гам. Я отказался, было неловко, ну что бы я делал там? И возле урны весь серпантин, как снеговик Миро. Я размышляю, как же пройти мне, вот уже час метро. Ты не умеешь целоваться всерьез.
со слезами в ночи и отвечала мне на каждый вопрос. Молчи, молчи, молчи. И полутемный незнакомый подъезд, и полусонный опустевший вокзал, и все запомнишь в этот зимний отъезд. Непал, Непал, Непал. Когда я уже туда съездил и вторую песню написал уже сознанием дела, она называется «Намасте», что в переводе на русский язык означает «Я приветствую в тебе Бога». Так вместо «Здрасте» они каждому встречному говорят «Я приветствую в тебе Бога». И речка Марсианди, и Анапурна. И когда я писал эту песню, кто-то мне под руку говорит: «А что ты у тебя в каждой песне? Кто выпивает, кто закусывает? То коньяк, то хванчкара, то шампан. Что, проблемы у тебя какие-то?» Я говорю: «Нет, вот сейчас пишу песню, ничего там такого не будет». И когда я писал, терпел, ничего такого не вставлял до самой последней строчки. Мы вдвоем с товарищами спали, мы курили тихо на веранде, и зачем-то долго и подробно вспоминали наш последний сплав по Марсианде. Теплые лучевки у порогов, небо планетарное движение, и мою царицу, заскучавшую немного по столице и по возвращениям, вспоминалась еще дорога, где тебе говорит любой: «Я приветствую в тебе Бога, встречавшегося со мной. Я приветствую в тебе Бога, встречавшегося со мной». Шапки анапурны, словно сахар, высились над молоком тумана. Было ясно, что царицу и тибетский знак не излечит от самообмана. Розовые мягкие ладошки с розовыми лучиками пальцев, и еще глаза в картине ночи, как у кошки, от тебя и слов твоих не пальцев. И кончалась, когда дорога у бамбукового огня, я приветствовал в тебе Бога, обнимающего меня. Я приветствовал в тебе Бога, обнимающего меня. Мой волос прижатыми рогами, будто бы от страха или ветра, на прощание тонкими ты трогал руками, и печали не было заметно. Царица, мне пора как прежде возвращаться. Ну а что в душе у нас у каждого творится, и проводникам не догадаться. Перед нами опять дорога от порога большого дня, и я приветствую в тебе Бога, отпускающего меня. Я приветствую в тебе Бога, отпускающего меня. С товарищами спали, мы курили тихо на веранде, и зачем-то долго и подробно вспоминали наш последний сплав по Марсианде. И воды текло немного у царицы теперь другой, а я приветствую в тебе Бога, выпивающего со мной. Я приветствую со мной. Вопросов у вас больше нет. Так что в следующий раз вы уже будете знать. Некоторые, знаете, дома печатают записки прям на компьютере, напечатали все. Вот потом, я сейчас думаю, что может быть вообще с песнями завязать, а ездить с анекдотами. Ну что, так рассказываешь много. Сейчас написали целый список, написали анекдотов. Вот такой вот из последних, может быть, вы не знаете. Один такой простой, когда двое, значит, разговаривают, что все-таки важнее, счастье или здоровье.
И один говорит, видимо, все-таки здоровье важнее, потому что я вот 3 дня назад встретил свое счастье, а здоровья не хватило. Вот. А еще такой, знаете, попроще, про один крановщик думает, что я буду это каждый день подниматься на кран и обратно спускаться. И решил заночевать прямо там на кране. И выпил так хорошо, вечер провел. И утром встает, а трубы горят у него, и он думает, неужели придется спускаться. И смотрит, там внизу этот, Петрович, сторож. Ой, Петрович, что? Петрович, сходи за пивом, надо выпить, это трубы горят. Петрович показывает. Не понял, Петрович. Я говорю, сходи за пивом, надо, а... Он опять показывает. Пришлось спускаться. Говорит, Петрович, мы с тобой столько лет работаем. Ну чего же ты такой бестолковый? Я тебе говорю, сходи за пивом. А ты что? Он говорит, я тебя сразу понял. Я тебя спрашиваю, темная? Или светлая? Вот вы знаете, следующая песня, она как бы неуместна, потому что она называется «Крепитесь, люди, скоро лето». Но надо когда-то репетировать. И уже мы уедем, а вы в январе вспомните и будете петь. А слова выучим. Вот поэтому, ну там постепенно выучите, где сможете, уже и подпевайте. Thank you.
Сегодня собрались и так с тех пор пою всегда. А выступать за эти годы довелось в разных вообще местах. И, например, там кондитерская фабрика или ликеро-водочный завод. С собой ничего не дают выносить, главное издевательство какое-то. Там сколько хочешь, а с собой нельзя. Они знают, что много ты не сможешь. И вообще вот мы выступали там в психоневрологическом спортсмене, там в лечебно-трудовом профилактике, ну куда вот так вот попасть не хочется, а так посмотреть. И как-то мы выступали вот в женской колонии, и я по привычке стал заканчивать этой песней, и когда дошел до строчек «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», понял, что не везде эта песня подходит. Просто пришлось сказать, что тот слова забыл. Просто язык не вывернулся, так вот сказать. Вообще, конечно, за эти годы столько историй с ней связано, что и пародий очень много написано. Сегодня